Новый год не за горами. Мы подарки выбираем. В Новый год подарки всем подберем, и нет проблем. Мой дом, Курнатовского, 27. Шляпный дом. Первый магазин головных уборов, где выбор радует. Шляпный дом. Улица Ленина, 110. Здравствуй, дорогой читинец! Ты смотришь «Погоду знай» на канале ТНТ Чита. Огромный выбор новогодних подарков, а также подарочных сертификатов в магазине «Мой дом» на Курнатовского, 27. А если тебе не терпится порадовать себя новым головным убором, посети «Шляпный дом». И о погоде на вторник, 10 декабря. Переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 15, минус 17 градусов. Днем минус 10, минус 12. Атмосферное давление достигнет отметки 700 миллиметров ртутного столба и в течение суток будет слабо расти. Продолжай смотреть «Погоду знай» на ТНТ Чита каждый день и оставайся в курсе всех погодных изменений. А с тобой была Александра, дежурная по рубрике. Пока-пока! Концепт-клаб. Актуальная одежда для девушек. На Амурской, 84.